анонимно. Ты должна доставить военный самолет на заброшенный аэропорт. Нет, блядь! Пиздец! У меня сейчас в голове две проблемы. Я очень надеюсь, что со мной генерал ничего не будет делать. И, матё, где я, блядь, нахожусь? О, господи, какого хуя, блядь! Блять, да. Все, походу у нас есть новый друг, который нас будет постоянно спасать. Я не могу оставить тебя в живых. В смысле? О, что? Чего, блять? Нет, блядь. Что? Ого, чё с дела? Откуда ты упала? Это не важно. Ты мне тачку помяла. Упс. Может тебя подкинуть? Раз что упал ко мне с небес машину. Я на ферму еду. Ну что ж, поехали. Все, друзья, можете не переживать. С нашей Ленкой все отлично. Все просто замечательно, наверное. Хотя я точно не могу знать. У нее может быть какой-нибудь болевой шок. Может она себе что-нибудь сломала. Хотя у нее такие огромные подушки безопасности. Поэтому я думаю, все круто. Йоу, ребята, время конкурсов. Вы под последним роликом набрали целых 32 тысячи комментариев. Вы вообще нормальные? И среди них мне все-таки удалось найти комментарий, который остался без ответа. Вы его видите сейчас на экране. Тем, кому не повезло, не расстраивайтесь, ведь прямо сейчас стартует новый розыгрыш. Условия те же. Вам нужно лишь написать комментарий, и пользователь, который останется без ответа, получит 500 рублей. Но если вы соберете 20 тысяч лайков, я увеличу приз до 1000 рублей. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Погнали играть в самп. Всем пламенный привет, дорогие друзья, с вами Диларензи и мисс Вселенная 2018 Ленка Залупенко. Кто-то, работая на ферме, уже имеет, ну, весьма неплохой такой успех, а у нас, к сожалению, даже жилья своего нет. И как раз сегодня мы этим и займемся. Поехали! Так, честно говоря, я уже подзабыл немножечко, как происходят продажно-покупнические сделочки, но это не беда. Да, нас миллиард раз обманывали, но не в этот раз. Мы уже видели все виды обманов, так что нас не проведешь. Так, ебанород, ну что же, отправимся в центр, чтоб собственный подать объявление о покупке. И ведь реально, играя с у других персонажей, мы уже давно добивались успеха, а с Ленкой что-то особо какого-то движения у нас нету. Так, а что тут столько много машин, что тут происходит? Это что, блядь, за сходка подписчиков? Кто тут ютубер? Что, я фанат, я подписчик. Кто чей? Почему теперь все бегут за мной? Нет. Нам нельзя было вбегать в толпу, твою мать. А? Блин, мой скутер спиздили. Ну, с этим временем мы более-менее оторвались от людей, и теперь можем спокойно отправиться в LS.me. Так, ну что же, мы у цели. Вот у нас тут подать объявление. Эд, куплю дом. Недорого. Так, интересно, кто же будет тут обрабатывать мое объявление, если здесь никого нету, блять. А во, куплю дом в любой точке области. Все, мы объявление подали, все отлично. LV News, красавцы. И чё-то мне вообще никто не звонит. Мне шо, бояться доверить дом, что ли? Ленка вполне неплохая себе домохозяйка. Не надо так. О-о-о, продам особняк в городе Лос-Сантос. Цена договорная, отправитель Лео Ман. Окей, давайте срочно ему позвоним. Ваш абонент вне зоны действия сети, чё? Как ты тогда, придурок, собрался, блядь, дом продавать, а? Так, стоп. Лео Ман... Серьезно? Это ты? Ты все это время продавал дом? Это ты дом продаешь? Да. Какого хера? Даже у этого гребаного бомжа есть дом. А у нашей Ленки за все время его никогда не было. Класс. Показать? Дом? Да. Особняк. Я не знаю, потяну ли я особняк. Почем продаешь? Я его продаю недорого. Так как срочно. Деньги нужны, сама понимаешь. В районе 1 миллиона договоримся, думаю. Ну слушайте, для Аризоны 1 миллион за дом... Это же, блин, сущие копейки, какого черта? Поехали. Ну что могу сказать, нам уже повезло, нам особо ехать далеко никуда не пришлось. Хозяин особняка нас лично подкинет и покажет дом. Это дом с изюминкой, прям для такой изумительной барышни. Ой, ну спасибо тебе. Я уже представила, какой он крутой. Ну что же, все просто зашибонс. Так, а мы проехали Вайнвуд. Не знаю почему, но мне показалось, что мы поедем на Вайнвуд. Но, к сожалению, нет, мы едем в сторону ЛВ, поэтому, скорее всего, особнячок будет там.
там вполне себе неплохие такие дома с гаражами, даже некоторые есть. Я уже представляю, как куплю себе миллиард машин и буду цеплять всяких крутых парней на шеленке. Почему мы свернули из ЛВ в какую-то пизду? Мы едем в СВ, да, получается? Окей. Так, меня его маршрут пугает с каждым разом все больше и больше. Какого хера, куда мы едем, алло? Вот мои апартаменты. Особняк? Вы, блядь, за кого меня держите, нахуй, а? Ты, бля, бомж ебучий. Это грёбаный сарай. Чё я с ним делать буду? Зачем так резко сразу? Ты ведь не знаешь его изюминку. Открывай давай свою изюминку. Мне уже даже страшно заходить, что у него там за изюминка. Окей. What the fuck is this? Нет, друзья, такого я еще никогда не видел. Ну как моя изюминка? Ну нихера ж себе. Как в таком залупском маленьком доме поместилась такая огромная хата? Волшебство. Тебе понравилось? Я, конечно, без понятия, сколько стоит этот интерьер, но если мы его перепродадим, то мы, наверное, станем самыми богатыми на сервере. Надо соглашаться. Ну что, берешь? Так, напомни цену. $1 миллион. Дом выглядит слишком уродливо. Давай 700. На базаре торговаться будешь. Уродливый, неуродливый, но хоромы царские. Ну, я тогда пойду, да? Подожди, может все ж за 1 миллион 800 и по рукам? Давай за 900. Так уж и быть. Блин, по сути 900 тысяч, это же такие копейки. Такого интерьера я до этого никогда не видел, поэтому это будет крайне удачно. Покупкой. Так, ну что же, мы выходим из дома и сейчас, собственно, будем его покупать, окей. Так, Лео Ман хочет продать вам свой дом, номер дома 344 за 900 тысяч. Покупаем. Удачи! Так, это что-то как-то он резко ушел, но неважно. У нас есть теперь мега охранительный дом. Фух, заходим в наши хоромы и... В смысле? Так, стоп, еще раз зайдем. Блять, вы что, угораете? Только что здесь был охуеть какой огромный замок. А сейчас это какая-то картонная залупа? Че я ничего не понимаю, блять, что происходит? Я только что на своих глазах зашел в охуеть какой красивый дом. А теперь я в какой-то жопе. Блять! Ёбаный рот, а как мне сейчас этого бомжа дойти? О, стойте, 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 стойте. Ребята, тут какая-то херня. За мной. Так, давайте покажем это аномалию ФБРшникам. У них, наверное, таких дел дохера, поэтому они нам наверняка помогут. Короче, мне только что продали дом с охереть каким интерьером. Там как будто сам Дракула жил. Много комнат. Настоящий, сука, замок. А сейчас вы посмотрите, что там. Ну-ка. Фух, ну ФБРшник меня не игнорирует, они приняли за дело, окей. Это меня радует. Все, вот они зашли в этот обоссанный бомжатник. Ты нас за кого принимаешь? Такого не бывает. В смысле? Я вам точно говорю. Я сейчас была в доме настоящего Дракулы. Мисс? Вы давно в больнице бывали? Вы что делаете? Пидоры, это что за хуйня? Что происходит? Класс, мне только этого не хватало, меня сейчас повязали, блять, объявили в розыск, вообще супер, блять. Вы чё, охуели? Вы даже меня до конца не дослушали, блять, черти вонючие. Я серьезно, привели в полицейский департамент? Вы меня что, блять, в тюрягу хотите закрыть? Кого, блядь? Пизда, одним словом. Да, что поделать, если у нас такие классные органы в штате? Заебись. В любом случае, эта непонятная серия подошла к концу. Ставь свои лайки, если ждешь продолжения приключений. С вами была Ленка Залупенко. И Дил Рэнди, которого вечно все наебывают и не воспринимают всерьез. Пока. Хуй. Нога.